Друзья, всем привет! Сделал очередную установочку с новой подачей смазки. Пока ничего особо не усовершенствовал, хочется пускануть так, попробовать, посмотреть после балансировки моей собственной, как оно будет работать. Кстати, подключил манометры, можно будет посмотреть давление. Опять же, все пока что так, в спартанских условиях. Ну-ка. О, вот так, по-моему, ништяк. Да. Потухло, да? Нет? А, я ж перекрыл полностью. Искренько. А? Искренько. Летели искры? Да. Не, что-то я поддал, она это краснеть начала. Я сразу убрал. Покрасил обтекатель, теперь можно будет измерить оборотики. Потому что как-то неинтересно без этого дела. Непонятно, сколько там их. Так, это уже запуск неизвестно какой. Сбился со счету. Раз. Два. 0,27.
7, запуск станции Юной Техники. Разбегайтесь. Сейчас уже все, шутки закончились.
Ребята, ну я, короче, счастлив, что тут говорить. До 70 тысяч удалось разогнать на чистом пропане. Вентиль открывал на всю вот этот. То есть далее разгон возможен только на керосине. Подавал сразу на два патрубка. То есть на керосиновый шланг и на пропановый. При нормальном запуске нужно будет оставить пропан для разгона, для разогрева, а керосин уже подавать на отдельный шланг, на вот этот вот. Ну и масло, естественно, тоже сразу подавать. Масло ушло вместе с керосином здесь разбавленное. Ну, почти вся бутылка там на дне чуть-чуть есть еще. Вот такие пирожки. Так, ну на этом, друзья, в принципе, с запусками сегодня все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Ждем запусков на керосине. Турбина живая. Есть что еще запускать. Тут уже друзья готовят под нее самолет и требуют, чтобы я еще одну сделал. Ну, не знаю, буду ли я это осуществлять. Посмотрим. Короче, такие дела. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всех благодарю за внимание. Всем пока.